Сургутском районе заложили памятную капсулу времени для будущих поколений. Послание потомкам в стелу на территории строящейся школы в поселке Белый Яр заложил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Церемония проходила в рамках выездного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства под руководством губернатора Югры Натальи Комаровой накануне Дня строителя. Состоянием нашего государства. Мы, наследники предыдущих поколений, верим, что новая школа будет являться центром науки. Торжественное мероприятие в канун профессионального праздника – не повод останавливать стройку. До наступления зимы осталось совсем немного времени, а работа еще не початый край. Как минимум, возвести коробку будущего здания и закрыть его в тепловой контур. Чем-то мы выходим на нулевой цикл, 13% готовности строительной. С учетом того, что больше 20 тысяч квадратных метров – это площадь нашей школы, то, конечно, масштаб строительства внушительный. Поэтому мы считаем, что мы идем хорошим темпом и планируем, в общем-то, строительный сезон точно не потерять. Новая школа в поселке Белый Яр стоимостью более 3 миллиардов рублей строится по концессионному соглашению. Она рассчитана на 1100 ученических мест. Ее строительство должно быть завершено в декабре будущего года. Это будет современное здание с бассейном, несколькими спортзалами, залом хореографии и ЛФК, технологичными лабораториями и коворкинг-зонами. Чтобы дети могли не только учиться, но и заниматься дополнительным образованием. Сказать, что Сургутский район очень серьезно относится к реализации этого проекта. Степень готовности среди тех объектов, которые участвуют у нас в рамках федерального проекта, национального проекта образования, самая высокая. Но при этом хочу отметить, что необходимо наращивать темпы для того, чтобы успеть уложиться в сроки ввода объекта в эксплуатацию. Завершить строительство подрядчик обязан к декабрю 2024 года. Время не терпит. Микрорайон Гидронамыв продолжает активно застраиваться и уже заселяться. Поэтому жители поселка ее очень ждут. У нас Гидронамыв – это основная строительная площадка. Вот, каждый год вводим здесь по 50-55 тысяч квадратных метров. Поэтому, да, в том числе предлагаем людям переехать в вот, микрорайон Гидронамыв Белый Яр. Ну, здесь же и школа строится, и детский сад будет строиться, и магазины уже открываются, и автобус запустили. Так что микрорайон обживается. Послание потомкам составили педагоги, общественники и, собственно, школьники Сургутского района. Основной посыл – сохранить любовь к родине, большой и малой.